каждое время рождает своих героев. Им подражают, их жизнь изучают, с них списывают своих персонажей романисты. А читает ли сегодня наша молодежь Овода, которым зачитывалось не одно поколение в былые годы? Проходит ли сейчас в школе роман Николая Островского «Как закалялась сталь»? Не знаю. Знаю, что время революционной романтики ушло в прошлое. Ныне время другое, да и герои тоже другие. Но одним из героев своего времени был генерал Парижской коммуны Ярослав Домбровский, имя которого оказалось связанным с романтической историей, случившейся в нашем ближайшем Присоровье. Итак, Ярослав Викторович Домбровский родился в 1836 году в городе Житомире Российской империи. Потомок разорившегося польского рода, он был вынужден строить свою карьеру в русской армии, а по сути ненавидя Россию, которая тогда владела Польшей. Существует предание о том, что однажды царь Николай I посетил Брест-Литовский кадетский корпус, в котором учился маленький Ярослав. Заинтересовавшись грамотными ответами мальчика и его отличной военной выправкой, царь поднял его на руки. Но узнав, что Домбровский шляхтич, Николай швырнул его на пол. Ясно, что этот эпизод не добавил Домбровскому патриотизма в отношении нашего государства. Тем не менее, он успешно продвигался по служебной лестнице именно в российской армии. А в 60-е годы 19 века среди русской молодежи и среди поляков тоже разрастались революционные настроения и стали возникать тайные кружки. Целью их была подготовка всенародного восстания против самодержавия и, в том числе, за независимость Польши. Восстание подавили, и Домбровского заключили в тюрьму. Сначала в Варшаве, потом в Москве. А незадолго до этого Домбровский встретился с не менее пламенной революционеркой, польской террористкой Пелагеей Сгаличинской. Понятно, что они полюбили друг друга и стали боевыми товарищами. Как и положено в романах такого толка, обвенчались они в тюрьме, после чего их тут же разлучили. Его отправили в московскую тюрьму, а ее в Ордатов, Нижегородской губернии. И опять-таки, по законам жанра, у Домбровского должно было возникнуть непреодолимое желание бежать из тюрьмы. И оно возникло, тем более, что там была довольно безответственная обстановка. Переодевшись в женское платье, он спокойно вышел мимо часового за ворота тюрьмы, сел в повозку к первому попавшемуся извозчику и уехал. Он мог бы сразу уехать за границу, но не мог бросить жену в России. И обнаглел, разработал план ее побега из ордатовской тюрьмы. Много позже нам станут говорить о жестокости царского режима, о невыносимых условиях жизни революционеров в ссылках. А на самом-то деле к таким ссыльным и заключенным тогда относились более чем гуманно. Вот тот же Ленин с Надеждой Константиновной Крупской, тоже, кстати, имевшей польские корни, зимой в сибирской ссылке получали деликатесы в виде свежей малины. Владимир Ильич спокойно охотился с ружьем на лесных зверюшек. При нем жила и теща, которая пекла пироги и вела все хозяйство. Чем не дом отдыха? Ешь, пей, спокойно проводи досуг и пиши свои статьи. А потом еще и получай за них гонорар из разных издательств. Но я слегка отвлекся. Вот к тому времени в Ордатове находилось 37 сосланных поляков за участие в политических беспорядках. Кстати, были таковые и на Илевском железоделательном заводе, который являлся составной частью, или как бы теперь сказали, холдинга, куда входил и Балыковский завод. К примеру, служил там чиновником один ссыльный поляк, пьяница и картежник, которого рабочие уважительно величали по отчеству – Фердинандычем. Правда, первую букву «Ф» мужики заменяли на «П». И так все время его и называли. Приколисты у нас существовали еще и в 19 веке. Ну вот и все репрессии. А что касается жены Домбровского, Пелагеи, то жила она в Ордатове тихо, читала много книг. В полицейских рапортах про нее писали, что она ведет себя хорошо. Лишь ее переписка контролировалась. В некоторых исторических очерках говорится, что Пелагея отбывала в Ордатове ссылку. Но это не так. Она все-таки сидела в тюрьме, здание которой сохранилось до наших дней, и сейчас вы его видите за моей спиной.
А под конец своего пребывания в Ордатове начальство стало разрешать ей даже выходить за ворота тюрьмы. Тем более, что она приболела или притворилась больной, и ей позволили ходить в местную аптеку. Но аптекой-то владел тоже поляк – Шанявский. Мать моя, как все было запущено! Профукали революцию, а все ведь начиналось еще тогда, в середине 19 века. Очевидно, что в аптеке она и узнала, что муж ее в России и готовит ей побег. И вот 12 мая 1865 года из Мурома в Саровскую пустынь на наемном экипаже выехал молодой паломник. Но под видом богомольца скрывался друг Домбровского, офицер Озеров. По дороге в Саров Озеров заехал в Ордатов, в аптеку, в ту самую, в которой захаживала террористка Домбровская. Но грехов, очевидно, у молодого странника было совсем немного, поскольку пробыл он в нашей обители только 2 суток. А на обратном пути он навестил Дивеевский монастырь и отправился дальше. И уже миновали Ордатов, когда недалеко от села Поляна увидели на обочине тракта одинокую женщину. Когда в Ордатове спохватились, арестантки и след простыл. Но и это еще не все. Имеется, казалось бы, прямое доказательство о том, что в осуществлении побега участвовал лично сам Домбровский. Позже, оказавшись за пределами Российской империи, он опубликовал в журнале «Колокол», что издавал Герцен, письмо, в котором подробно описал свою поездку за женой и побег из Ордатова. Это, мол, было сделано параллельно поездке ротмистра Озерова. Целью последнего было отвлечение внимания от самого Домбровского. Только историки почему-то считают, что письмо это было обнародовано лишь для того, чтобы вывести из-под удара друга Озерова. Каковы у них основания делать такие выводы, я не знаю. Но легенда о том, что Домбровский был и в Ордатове, и в Сарове под видом паломника, существует до сих пор. Если учесть авантюрный характер Домбровского, эта версия психологически кажется вполне правдоподобной. А что было потом? Потом бежавшие супруги приняли участие во французской революции. Домбровский стал видным деятелем Парижской коммуны, руководил 11-м легионом. Затем его назначили комендантом Парижского укрепрайона и командующим войсками западного сектора обороны Парижа. Ему присвоили звание генерала. Позже он поссорился с соратниками, якобы обвинявшими его в измене, и стал искать смерти на баррикадах. А мне-то кажется, что разочарование в революции у него было столь сильным, что он посчитал, что смерть в бою явится славным концом его бурной жизни. 23 мая 1871 года во время боя с версальцами он, носясь на коне под пулями, получил тяжелые ранения и через пару часов скончался. Его тело погребли в склепе на кладбище Пер-Лашес. Однако спустя 8 лет владельцу склепа понадобилось место, занятое гробом Домбровского, и он бесцеремонно выбросил останки. Гроб отвезли на кладбище Еврей и зарыли в бесплатной могиле. Так что до сих пор неизвестно, где похоронен герой Парижской коммуны. А его супруге оставалось только вспоминать его, вновь и вновь переживая свой побег из Ордатова. Кстати, ни ее биографии, ни портрета разыскать не удалось. Так еще раз подтвердилась старая истина о том, что революция пожирает своих детей. Но осталось это повествование как невидимая ниточка, связывающая соседний уездный городок со столицей Франции. Между прочим, сбоку от Сарова и чуть южнее, в Мордовии, есть тоже городок с таким же названием Ордатов. Так вот, там тоже отбывал ссылку плененный во время Первой мировой войны молодой иностранец по имени Иосип, а по фамилии Броз Тито, будущий президент Югославии. Но это совсем другая история.